Добрый день, дорогие друзья! Топ-сад, ягода богов – это голубика. И вы знаете, сегодня 5 июля 2021, и она начала созревать. Смотрите, какие ягодки! И уже они очень сладенькие, вкусненькие, нежненькие, мягенькие. И самое интересное, обратите внимание, что листва какая потрясающая, изумрудная, не на одном кусте. Вот еще куст. Их больше 50 у нас. Ну, мы на самом деле доводим и теперь до 100 кустов. Смотрите, сколько ягод созрело и собирается созреть на нашем голубятнике, на голубике. И это не такой. И обратите внимание, какой сочный, изумительный цвет. То есть ягодам и голубике очень нравится. Ладно, с голубикой, но мы использовали и для жимолости. Вот видите, у нас целый ряд жимолости. И то же самое. Прекрасные зеленые листья. И от чего это происходит? Некоторые профессионалы рекомендуют использовать удобрения, не называя, как это удобрение. Мы применяли Мивен из Польши. Хорошее удобрение. Но Польша, где Польша, тем более у нас отношения. И это дорого. На самом деле, вот такого зеленого цвета у нас первый раз такой мощный изумрудный цвет. И спрашивается, какое же удобрение, Людмила Васильевна, можно применять, чтобы получить вот такие гарантированные. Посмотрите, как полноценные ягоды. Да, и хороший прирост получается. Да, ну прирост он приростом, но явно, что растению что-то нравится. С чего это так? Каким образом подкормить недорого ягоду? Ну понятно, что видите, тут вазоны, мы щепой мульчировали или опилками хвойными, но листья, знаете, какие сочные, мощные, красивые листья, нет никаких ни красных, ни желтых. Чем это связано? В этом году мы попробовали и использовали удобрение, которое включает 60% фосфора и 20% калия. А азота нет. Отлично растворяется в воде, обладает окислительным свойством. Какой же принцип действия этого удобрения? Способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса воды и почвы, улучшает поглощение корневой системой макро- и микроэлементов из грунта, делая их более доступными для растений, и уменьшает испарение азота. Это удобрение позволяет одновременно подкармливать растения калием и фосфором. И в то же время подкислять, является как бы подкисляющим средством. А сколько же мы используем этого вещества? Ну вот подкисление pH метр показывает 4,18. Это молодые кусты, мы посадили их в новые вазоны, и это все позволяет нам быстро применять технологию увеличения количества голубики в разы. И вот это удобрение, которое мы рекомендуем вам приобрести в российских магазинах, называется пикацит. Видите, 0,60-20, 0 азота, 60 фосфора и 20 калия. Потрясающая вещь, и кислотность, и самое растение чувствует себя великолепно. И мы использовали пикацида, одну чайную ложку порошка на ведро на 10 литров воды. Канал Топсад будет рад поделиться с вами новыми технологиями в саду и огороде. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, задавайте вопросы. Если нужно саженцы самых последних, очень крупные голубики, звоните, всегда мы поможем. Удачи на даче вместе с голубикой и пикацитом. Придачу!